Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Сегодня я в аутлете и хочу пройтись по-быстренькому, показать вам сумочки от бренда Фурла в аутлете. Вы же знаете, сейчас экстра скидочки у всех брендов. И недавно я сделала съемку у бренда Фурла в аутлете, прям полноценную. Еще на YouTube даже не вышло, но я хочу смонтировать и не делать больше сейчас съемку. Ну, чтобы вы понимали, что если вам что-то понравится, вы меня просто спросите, и я буду уточнять, какая цена на сегодняшний день у той сумки, которая вам понравится. Потому что съемка была длительной, фотографии все с ценами, и повторно это сейчас делать я не хочу. Я сейчас пройдусь, вам покажу, а если вам что-то понравится, потому что я сейчас соединю вот это, что вот вы сейчас вот увидите, маленькое, когда я сделаю полноценный влог, я соединю именно с теми фотографиями, которые я отфотографировала. И, соответственно, вы будете меня спрашивать, я буду вам уточнять уже точно, конкретно, какая цена окончательная. Потому что какие-то цены остались такие же, как есть, а какие-то есть промо-акция 20%, 30%, 40%. Поэтому нужно спрашивать, все индивидуально. Ну что ж, дорогие мои, я зашла в бутик Фурла в аутлете, и у них есть какие-то позиции на промо-акции. Эти промо-акции написаны на этикетке внутри. Там, где указана цена со скидкой, будет выглядеть вот так. Нет, вот сейчас вот секундочку, какую-то она мне показала, чтобы вам уже понять. Вот, смотрите, вот видите, 181 евро будет, например, вот эта сумочка, да? А там, где просто цена аутлета, значит, на нее промо-акции нет, только цена аутлета. Вот сейчас я буду все фотографировать и показывать вам. Начну я отсюда. Как вы уже поняли, бордовая точно идет на промо-акцию. Вот это вот цвет посмотрим, потому что бывает, какой-то цвет идет, какой-то нет. Да, этот цвет тоже идет или нет? Нет, не идет. Не идет. Проверим. 181. В общем, на этикетке вы видите окончательную цену. 188. И вот это вот темно-синее с голубой. $188. Это тоже промо-акция считается, потому что здесь уже, видите, наклеена специальная этикеточка. У этой сумочки есть также ремешок-удлинитель внутри. Я показала вот эти сумочки, цены на фотографии. Удлинитель я вижу, есть внутри. Видите, где нет промо-акции, значит, нет промо-акции. И такая же модель есть в большом размере. Поняли, да, где наклеена такая бумажка беленькая, там уже идет промо-акция. Это такой же размер, как вот это вот синее и бежевое. Ремешочки вот эти текстильные, они идут отдельно. То есть хотите, по желанию, можете купить. 259 и бордовый цвет. И также большой размер и в бордовом цвете поменьше. Цена точно такая же, как я вам показала вот эти. Сейчас я вам сфотографирую цены отдельно. На заднем плане вот эти сумочки идут на промо-акциях. Вот видите, 181 евро. Синий и бордовый цвет. Интересные и красивые сумочки. Сейчас я сфотографирую вам цены каждой сумки.
сумочки на промахте. 139 евро. Текстильный ремешочек. И вот такая модель. Форма одинаковая. Здесь только карман идет. Видите, она двухцветная. А здесь однотонная. Текстильный тоже ремешок. 132 евро. Бордовый цвет. А эта модель имеет вот такой цвет. Эти сумочки тоже на промо-акциях, наверное. Сейчас посмотрим. Такая. 101 евро сейчас. Хорошая цена. Текстильный ремешочек. Синий. Точно такая же. И вот это. Эти сумочки тоже на промо-акции. Кожа Софьяна. 131 евро. Отличная цена. И ремешок удлинитель внутри. Это бежевый цвет. Надеюсь, что цена точно такая же. Нет, видите, здесь цена другая. И 131 евро серый цвет. Если вам понравился этот цвет. Mi scusi, questa non va sul promozione, a questa va. Allora, c'è cioè un colore sì, uno no. Ah, questo ho no. Ho capito, già guardate. Brava, questa sì, brava. Da, questi due e due promozione, a ieri niente.
Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока-пока. Жду ваших заказов. Всем приятного настроения. Всем до свидания.